Следующий сорт, о котором я хочу рассказать, я купил вообще на распродаже семян в магазине Ашан. Это черри клубничный, очень ранние, маленькие плоды, похожие на ягоды клубники, плотные, сладкие. Это семена от фирмы Сидек. Вот, сейчас я зачитаю. Очень ранний гибрид, 90-95 дней для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение детерминантное, высотой 1,2-1,4 метра. Требует подвязки и формирования. Плоды необычной формы, сердцевидные, похожие на ягоды клубники. Алые массы 20-30 грамм. Вкусные, с плотной кожицей. Собраны в длинные кисти по 25-30 плодов. Ценность гибрида – раннее обильное плодоношение. Отличные вкусовые качества плодов, декоративность растений. Свежие сладкие плоды, великолепное лакомство для детей и взрослых. Используются в свежем виде для приготовления разных ассорти из консервированных овощей. Вот. Вот. В данном случае я увидел видеообзор в интернете на ютубе и решил попробовать вырастить этот сорт томата. Он у меня также растет в открытом грунте, и я могу показать, как он выглядит на сегодняшнее число, 15 июля 2019 года. Вот, соответственно, он начал краснеть. Я, соответственно, буду ждать, пока он созреет. Потом его попробую. Ну и, естественно, расскажу о своих впечатлениях. Он завязывается достаточно хорошо. У него, ну, вот он завязывал много-много-много томатов. Вот даже на самой верхушке видны. Вот на самой верхушке прям вообще дико сложные кисти. Вот этот отросток у нас завершковался уже. Вот. Посадил я два кустика. Это вот все два. Это как раз вот эти два кустика. А, так вот они выглядят. Вот. Ну, когда, соответственно, они дозреют, и я их попробую, я расскажу, конечно, какие они на вкус. Вот, на сегодня тогда про этот томат все.